Начинаем. Başladık. Так. Ты тогда еще расскажешь, пожалуйста, про Робию. Робия, правильно, да? Да. Какой запрос? Какой запрос? Здравствуйте, здравствуйте. Да, какой запрос, чтобы я был максимально просто полезен? Ага. Манде шунака муамо боладики, таклиф кылышады и сора шарты мэнэ? Кейн пулини, пул неч пул топасан, хафтасыге ой гэдишады. Қарайон, савалызге түшінмәді. Савалызге түшінмәді мен, ачыға. Мәне. Еңгі хамкор, аннақа реклама тарқатса, сорашады мәне, сіз өзіз неч пул топасыз дейшәді. Бірінші савал. Реклама езді неме деп езілген? $1,000 geçen pul topish annaqasini qo'yganman de. Reklamada. Reklamada ishga deb yozganmisiz, nima deb yozgansiz? Ha, ishga deb yozganman. Aha, yana nima deb yozgansiz? Ishga deb yana nima deb yozgansiz? Davomi? Keyin shaxs. Keyin sayohat yozganman. Yilda 2 marotaba sayohat qo'yganman. Keyin orzular tomon anaqa yo'lga yurishni yozganman shunaqa. Да. Она, она раздает рекламу, работает с рекламой. И там написано на работу, путешествие. На одном тексте вот разный контент. Да, вот, работа, путешествие. Все вот напишут. И вот звонит ей и спрашивает, а ты сколько зарабатываешь? Как отвечать? Как отвечать? Ответов есть несколько. Ответ первый. Тебе нужно спрашивать не о том, сколько ты, сколько я зарабатываю. Надо спрашивать о том, сколько ты сможешь со мной заработать. Агар сизге. Чун диза? Сиз рус тилини билсиз. Гапларни тушунаман, ўзим ответ қайтара олмайман. Да. Сиз унга айтишингиз мумкин. Мен қанча топишим эмас, мен билан сен қанча топишинг. Мана шу ҳақида гаплашайлик деб, гапи бурсангиз бўлади. Второй ответ. Если у нее есть наставники, кто уже богат и успешен, там, желательно миллионеры, то можно сказать так. Я сейчас пошла в команду миллионеров и учусь у этих людей. Если они это сделали, заработали свои миллион долларов, и я научусь у них и смогу сделать то же самое. Команда СД. Яхши муваффақатли, миллион долларов топкен. Ustozlaringiz bo'lsa, siz aytishingiz mumkin. Men mana shunday millioner insonlardan obuchenie olyapman. Ular menga obuchenie berishyapti. Birgalikda obuchenie olsak, ular bilan birgalikda katta daromad topishimiz mumkin deb aytsangiz bo'ladi. Anaqa keyin men bir rejalarni tuzaman-da. Планлар, мен бір күн алдым, өзі шүкірана дафтарым, үшті дафтарым бар, таклиф дафтарым, күндәлік рейджелі. Кейін шүкірана, мақсадлы, анақа, арзулы, хамасы үнгі кіртілген де. Бітті шағыртымге өргеттім. Кейін о, үстімден күлді де, айттым. Бұ күлгілі нәрсемез, машинақа, машинақа деп чүнтір берсім. Мұндақа миллионерлі йоқ күл, хайатты деп, үстімден күліп тәшеді. Кейін о, Hozir opaytdan keyin o'zimam qiziqishlarim sal so'lib qoldi-da. Ano ha deb negativ gap eshitganingizdan keyin. Shunga nima qilish kerak? Savolingiz nimadan iborat? Masha tashqaridan negativ ko'p eshitasiz-ku? Ha, siz tasavvur qiling, siz kosada sizda. Kosangizda go'sht yo'q. Suv. Masha shuncha go'sht bor. Siz mana shuncha go'shtni o'zini gapiring, suvni olib tashlang. Savolni qisqa valonda bering. Savol motivatsiyani qayerdan olish? To'g'ri tushundimmi? Ha. Откуда берет мотивация? Ответ очень простой, но, наверное, она не поймет. Из будущего. Да. Javob juda oson. Kelajakdan olasiz motivatsiyani. Я постараюсь понять. Она понимает, Рабия понимает русский язык? Да, да.
Понимаю. Не могут разговаривать. А вы не можете включить видео, да, Рабе? Сейчас. Дида, кызым ухлат вамма. Да. Не может? Нет. Ну, тогда постараюсь объяснить. Понимаете, Рабия, вас в будущем, уже сейчас, ждут очень большие богатства. Роскошный белоснежный дом, прислуга, несколько машин. Одна машина будет джип, на которой будет ездить там в лес в путешествие. Вторая будет какая-нибудь такая красивая спортивная с откидным верхом, чтобы по теплу ездить. И одна вот электрическая, ну, да, для прислуги, чтобы кататься. Понимаете, о чем говорю? В разных странах мира у вас будет лежать по 100 тысяч долларов в Америке, 100 тысяч фунтов стерлингов в Англии, 100 тысяч швейцарских крон в Швейцарии, в разных банках, чтобы без безопасности у вас будет лежать деньги. Ну и доход ваш будет исчисляться десятками тысяч долларов в месяц. Вот здесь, вот в этой картинке вся ваша энергия. То, ради чего вы действуете в будущем. Вы можете себе представлять картинку, которая вам нужна. И вас никто не будет ограничивать в этом. Поэтому просто начните мечтать. Это первое. Второе, вам нужен опять наставник, человек, который бы вас поддерживал, с вами разговаривал. С наставником нужно общаться, Рабия, каждый божий день, пока вы не научитесь зарабатывать деньги. Каждый день. Вот сколько вы уже, сколько вы в компании лет уже? Полтора года. Да. А сколько вы сейчас на сегодняшний день научились зарабатывать за полтора года? Курсы махалы даромат омадым. Бир ярым йилдан бери ишлеп даромат организируем. Yo, chunki orada qizli bo'ldim deb, anaqa farzandli bo'ldim, shunga shug'ullana olmay qoldim. Полтора года полно не работала. Стала мать, поэтому чуть-чуть не работала, отдыхала. Но прибыль нету. Вообще нету? Нет, вообще yo'q. Yo'g'a вообще. Нет вообще прибыли. Yo'q, yo'q, hali. Тогда вопрос возникает, вот, а зачем тогда вам, вообще вам сетевой маркетинг, если вы не готовы инвестировать свое время и энергию в свое будущее? Может быть, тогда стоит бросить и просто сидеть дома домохозяйкой? Йок, енді шуппайтшына кабоп қолды, дей? Сауалан шындыңыз ма? Ха, шындым. Да. Здоровье не дало вот. Что-что? Здоровье. Проблемы. Не давала работать. Но здоровье же можно восстановить. Если есть такая цель, можно здоровье восстановить. С любой точки. Да. Возвращала на работу. 2-3 месяца уже. Ну, прибыль ноль. Ноль. Тогда мне два вопроса. Первый вопрос. А какая у вас цель ближайшая? Вот на этот год какая цель у вас, Рабия? Финансовая какая цель? Манасу якын ой, йилда канака режеларыз бар сізде? Режеларым даромат топш джихатынан хафтасыге 5-6 миллион топши анака молджалаваман. Не маша ахырге учайге? Şimdi molcal kovamayın ki planım diyem yazdı. Ayıge 1,5 dolar doğru mu? Haftasıge 500, 1,5-2 bin dolar doğru mu? Ha. Ana koç zarabatıvı через 3 месяца, максимум 3 месяца, зарабатывает в месяц 1,5-2 тысячи доллар. Окей. А пускай теперь мне расскажет план действий, который есть в ее голове, как через 3-4 месяца у нее будет 1,5-2 тысячи. Пускай мне расскажет. Представь, что я новенький человек, моя цель 2 тысячи долларов через 3 месяца. Пускай она мне расскажет, как это сделать. Так, сіз тасорқыны Анатолий, яңгі инсан бизнесті, кемақчы. Сіз тасорқыла беріңчі, мана шо халатты, ұшы, айты беріңчі. Қане қымақчы сіз? 1,5-2 мин долларға қане ерішмақчы сіз? Шын айты беріңчі. Ман
haftasiga har haftada bir marta taqdimot o'tkazishi mo'ljallayapman ofisga borib. Keyin gruppamga odam qo'shtirmoqchiman. Shogirdlarim bilan qattiq ishlamoqchiman. Chunki o'zim shug'ullanmay qo'ydim shogirdlarim bilan. O'shalarni yana oyoqqa turg'izib, ishlaymiz deb shu narsani aniq qilmoqchiman. Plan qilyapman. Первый план. В неделю один раз делать презентацию в офис. Второй. Хочет добавить люди на свою группу. Я понял, за деньги хочет она делать это. Третий. Очень сильно хочет работать с командой, с девчонками. Ну так ее ж нет команды, еще надо создать команду. По-моему, есть. Команда из Борма? Командам бар, ули ишлам не койды. Ман ишлам меняемге. Вот она расслабится, команда тоже расслабится и не работает сейчас. Тогда возникает вопрос, где она будет брать людей на презентацию? Я на саул. Презентация гаудамлар на хэрдан топ мохтсыз. Реклама ташиман дейб, аннака группамге. Из рекламы? Да. Да. Ну, если из рекламы, вы давали до этого рекламу, где ж люди, почему они не появились до сих пор? Савал, ман, шунча байтами реклама берепсиз, адамлар кемады, адамлар пайда болмады. Йо, адамлар раса көп сұрауатты, лекен немегедір аннақ кетмейапты, дей, улы ішіліп кетмейапты. Шыннан ман қайрама. Многие люди спрашивают, ну, не работают они. Правильно, потому что она ищет людей на работу, а она хочет строить бизнес. Вообще изначально давать объявление на работу – это обман людей. Вы обманываете людей, так работать нельзя. Дословно переведи. Бизнес комоксис да, лекин адамларын ишке чакырыпсыз. Ва копол кылмайткенде адамларды алдыпсыз. Умуман тармоклы бизнесте бизнес құрыш үшін ішке инсандарын шақырыш тоғыры кемейді. На работе есть зарплата. На работе есть зарплата. Она же зарплату им платить не собирается? Да. Переведи. Бізді айлик бар. Бізді компания айлик төлешке шашылмайды. Айлик төлемейді. Поэтому надо искать людей на бизнес. Они этого не ищут. Почему? Потому что тогда звонков не будет. И у вас есть как бы такая... Ну, как бы пыль в глаза пускаете, вроде бы работа есть, звонки есть, но толк от них ноль. Зачем да. тратите свое время и энергию на таких людей? Да. Сіз білесіз ки, агар бизнеске деп реклама берсеңіз, адамдар кемейді. Лекен сіз өзіңізді ішлепмен деп алдыапсыз, лекен результат ноль. Немеге өзімізді алдашымыз керек деп айтыпты, Анатолий. Вам нужны мощные люди. Вам нужны люди-предприниматели. Люди, которые поняли, что надо работать на себя. Что люди поняли, что нужно работать за процент, а не на зарплату. Это другого мышления люди. Сізге тадбіркор. Тадбіркорларча фікірлейдіген инсанлар керек. Улар узын усуда ішлейді. Улар дараматында фойзіге ішлейді. Улар ойлікке ішлемейді. Вот с этими людьми, с предпринимателями можно строить большой международный бизнес. Да. Тадбіркорлар... Katta xalqaro biznes kursa bo'ladi. Faqat shu kungacha mana reklama tarqatgan bo'lsam, anaqa qilgan bo'lsam, bitta qizim, farg'onali qizim, anaqa nima deydi, ishni boshladilar. Faqat shu anaqa energetik haqiqatda anaqa ekan. Shuni tushuntirib berdim men hammasini, ham sog'liq tomondan, anaqa Anatoliy anaqa darslarni eshitganlarimda ham 7 yoshda 70 yoshgacha tovar to'g'ri kelish kerak. Birinchidan deydilar. Bizga shunaqa to'g'ri keladi. Keyin 7 yoshli bolalarga nima tovaringlar bor? 7 yoshli bolalarga. Nano balzamlari, gematoma bilan tug'ilayotgan bolalarga to'g'ri keladi. Immunitet ko'tarishga, gemoglobin, gijalarni tushirishga juda ham yaxshi-da. Biz o'zim ham pastalardan bolalarimga berdim. Laringit, bronxitlarni yaxshi qildi-da. Suvga aralashtirib, issiq suvga aralashtirib berdim. Men haqiqatan men o'zim xatoylarimni ham tushundim. Ki men mijoz emas, nima deydi? Hamkor emas, faqat klient qidiribman deyish paytgacha. Ano kasal qidiribman.
Шуны билдим, чунки она рассказала два ошибки. Первая ошибка. Она начала говорить своим партнерам, что подходит наша продукция, вот их продукция, от 7 до 70 человек. Я потом попросил, это какая продукция? Биодобавки от глистов, пасты вот для гематома. Вот эта вещь говорила, это первое. Второе, она до этого начала искать на продукции клиент, а после нашего обучения она начала искать партнеров. Уже в чат, вот чат, наш чат уже помогает людей. Прекрасно. Скажи, я ей дам сегодня один подарок. Скебита подарки бермоксимас. Надо давать объявление на супервайзеров. Это те люди, которые торгуют лекарствами, печеньями, конфетами, спиртным, сигаретами. У них тоже есть дистрибьюторы. Их зовут супервайзеры. Переведи. Супервайзерлерге реклама беришиз керек. Конфет таркатуучи, дору таркатуучи, спиртный ичимликлер таркатуучи, биодобавка таркатуучи, машинака дистрибьюторларын тапшиз, супервайзерларын тапшиз керек. Объявление будет звучать так. Нужен супервайзер от 5 до 25% с товарооборота, автобонус, обучение и телефон. Все. Супервайзер керек. Товарооборотный 5%, 25% гечеде. Это для них очень большая эта сумма. Neat foils the decision? Продолжаем, Анатолий. Да. Да, записала она? Я здесь. Да. Да? А, я там. Да. Чтобы вам звонили люди, уже которые умеют продавать, продавцы. Да. Дальше. Сатучи билет, я сатучилер, чихши учен, марашлака илон, таркатшиз лазым. Дальше объявление. Ищу к сотрудничеству косметологов, массажистов, парикмахеров. Хамкорлика таклиф кыламан. Массажист, косметолог, парикмахер. Парикмахерларына. То есть потоковых людей. Людей, через которых проходит большое количество людей. И им надо показать, как они с вашей продукцией могут рекомендовать людям и зарабатывать деньги, создавать товарооборот. Да. Сіз уларге, хар биттасыны узына клиентурасы барды. Сіз уларге узызы махсулатыз аркалы қанны товарооборот кіліп, дарават тапшыны оргетасыз, чүнтірасыз. Улар аркалы кәтті товарооборот кіласы узызге. Хоп. Хоп, это да, правильно же? Да. Да. Значит, правильно говорю, хоп. Вот, пожалуйста. Вот, это такие вещи. Вам начнут звонить совсем другие люди. Качественно другие. Вот с ними можно уже разговаривать о бизнесе. Нам нужны правильные люди. Нам не нужны всех подряд. Для того, чтобы зарабатывать в сетевом бизнесе большие деньги, нужно 3-5 человек. Много не надо. 3-5. Ну, качественных людей. Не простых людей, которые там ходят на завод. У них мозг бедный. Они могут быть хорошие люди, но мозг у них бедный. Они будут говорить, продукция дорогая, это никому не нужно, я не умею делать это. Они будут всегда искать отмазки, чтобы ничего не делать. А предприниматель знает, что все зависит только от него. Он будет вставать, идти, договариваться, вопросы решать. Он знает, что в этом мире все зависит только от него. Поэтому переключите свое внимание на предпринимателей или на сетевиков. Кин мамба аннака клиент ле сорашады ди, кин дори ле мунча кыммат, нарсе ле мунча кыммат дейшады. Шулеги неме дейш керек? Вот клиенты спрашивают, почему ваших продукция дорога, биодобавки дорога? Как ответить на такой вопрос? Ну, я отвечаю, а ты что, только дешевыми продукциями пользуешься всегда? Он говорит, нет. Так вот, Mercedes не может стоить дешево, iPhone не может стоить дешево. Да. Потому что это качественные вещи. Поэтому я занимаюсь качественными вещами. А качественная вещь не может стоить дешево.
Везде так это, Анатолий. Везде так. И сетевым, и традиционным. Везде так, конечно. Кто-то считает, что Mercedes-то дорого, кто-то считает, что iPhone-то дорого. Кто-то их покупает. Конечно. Вот и все. Кто не считает, что дорого? Потому что он понимает, что он купил вещь, и ему хватит на долгие годы. Она качественная. Поэтому нужно искать людей. Я всегда говорю, другой ответ есть, Рабия. Я говорю, что это не продукция дорогая. Просто у тебя денег нет. У тебя есть заболевание, называется дистрофия кошелька. Mm. У тебя худенький кошелек. Но есть хорошая новость. Это лечится заболевание. Я могу тебе показать, как мы можем с тобой вылечить дистрофию кошелька. Тебе хватит деньги и на добавки, и на путешествия, и на Mercedes, и на iPhone. Иншаллах. А если ты будешь меня уговаривать в обратном, я тебе скажу, не собираюсь уговаривать. Хочешь сидеть без денег, сиди дальше. Мне нужны люди, которые хотят прорваться. Которые будут идти и делать. Таких людей мало на земле. Процентов 20, но они есть. Люди, которые готовы делать то, что им будут говорить. Им надо больше. 80% людей не будут ничего делать. Почему? Им страшно, им лень, им нужно, чтобы было комфортно, они не хотят напрягаться, им стыдно, неудобно, все что угодно. Это не наши люди. Нам найти 20% людей, которые будут делать, Рабия. Как это сделать можно? Перебирая людей. Поэтому первое, что вам нужно научиться делать, это создавать входящий поток. Вам нужно организовывать встречи каждый божий день. Это первое. Второе. Нужно научиться проводить хорошо презентацию, встречи. Третье. Закрывать сделки. Закрывать сделки. Да? Четвертое. Помогать людям выводить их на деньги быстро. Да? И научить других людей учить, чтобы они были обучаемы, чтобы они могли научить, чтобы этот механизм заработал в сетевом маркетинге. Это же не вы какая крутая, какие люди ваши крутые. Что было 5, 25, 25. Этот механизм. Все. Дальше отойди и не мешай. Ага, что надо. Тебя не слышно, Наджмедин. Ты выключил звук? Наджмедин, звук. Наджмедин, микрофон включи. Звук, микрофон. Микрофон. Сори, мне звонили, честно. Сейчас мне звонили. Я понял. А тут у тебя микрофон нет, я тебе говорю, да. Ты не слышал, да? Да. Или Рабия так поняла, что я говорил? Что, не абсолютно? Нет, я... Махама, я планы чинда. 100% поняла она. Поняла. Все, какие еще вопросы есть? Конечно, Оллар. Я голден, ман чиндам хамасана уже. Аннака, хаталарам чиндам, да? Я золден, ман. Она уже записала все свои ошибки. Она понимала. Угу. Супер, зор. Рахмат, Каттуко. Больше вопросов пока нет. Тошкенге келады ламы? Тошкенге келады, иншаллах. Тошкенда мысыз? Иншаллах. Вы будете, да, Ташкент спрашивает, конечно. Да. 5 мая я прилетаю в Ташкент, и мы будем с Наджмедином проводить школу. Школа будет открытая для всех, и будет школа закрытая, ну, для тех, кто примет решение работать с нами. Да. Там, где я буду обучать работать в онлайне, в офлайне. Аннака, хаталарым чинеб уже язы баруаман планларыма. Гап йок, зор. Энди, мана шуны отзыв кылып, битте нимага ташлап барсаңыз, скриншот кыламан мен хазыр. Бүгүнге шу. Анатолий, я сейчас делаю скриншот, чтобы группу отправил. Ага. Озизе шу. Мене дарчылы гизы білдіріп көсіз яқшы болады.
Rahmat katta bergan bilimlaringiz uchun. Sağ bo'ling. Hammangizga rahmat.